подводную лодку «Ваху». Это подводная лодка наших союзников, американская. А самая знаменитая подводная лодка Соединенных Штатов, вот, так как она только за 10 месяцев боевых действий потопила 20 вражеских кораблей, что в то время для Америки, ну, ее капитан просто стал национальным героем Америки, и до сих пор она самая известная лодка. Вот эти погружения показали 100%, что это именно та лодка, которую мы искали, это цель экспедиции, она достигнута. Thank you.
когда мы точно установили, что подводный объект является подводной лодкой ВМС США «Ваху», более того, каждый из членов экипажа изучил историю этой подводной лодки. Просто невозможно было пройти мимо места братской могилы, захоронения моряков, воинов, не выполнив элементов отдания воинских почестей и не вспомнив подвиг этих моряков. Неважно, что они воевали под своим флагом, а мы приспустили Андреевский флаг. Надо не забывать, что мы были союзниками в той войне. Thank you.